Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу вам мод, который обновляет мини-карту в Minecraft Pocket Edition. Ну, это маленький совершенственный мод. Здесь мы сможем видеть наших врагов, а также наших мобов. Так, сейчас у меня маленько загрузится карта. Сейчас вы уже можете наблюдать, что у меня уже точками зелеными показываются добрые мобы. Так, сейчас еще прогрузится. Так, просто нужно маленько подождать. Так, остался кубик. Ну вот. Главное то, что вы можете увидеть, что все. У меня теперь все прогрузилось. Теперь мы можем начать обзор этой карты. Так, это я убью моба, он пропадает с нашей карты. Но карта маленько еще не доделана, так как бывают баги. Вот злой моб у нас показывается красным цветом. И когда мы добавляем мобов злых, то они у нас прибавляются и на карте. Так что карта не имеет больно больших багов, но баг только с прорисовкой. То, что очень долго прорисовка. Вот. Так. Далеке у нас тоже вот есть курица. Также мы сможем приблизить и отдалить. Отдалить нашу карту, так сказать. Приближать и отдалять. Так, я хочу вот какой-то курочки убить вот эту овечку и убить еще дальнюю курочку. И теперь у нас на радаре ничего нет. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.